Дорогие друзья, всех приветствую. Это опять я, Дмитрий Ревякин. Ну вот, как вы видите, уже май. Май уже дышит в свои волшебные легкие. И я надеюсь, скоро уже у нас будет тепло. И мы плавно войдем, вкатимся в лето. И уже будем заниматься своими летними делами. Со своей стороны хочу сказать, что мы будем вас постоянно информировать, что происходит с альбомом «Змееборец» и с книгой «Раны времени». Не «Грани», а «Раны времени». Вот, в самый последний момент я изменил название, да, посоветовавшись со своими высокоуважаемыми экспертами. Вот. Из этой книги я хочу вам прочесть одно стихотворение. Называется оно «Юго-Восток». «Что ты плачешь, ветер половецкий, в обескровленных обугленных степях? И приносишь запах соловецкий, где по косточкам отмерено ступать. Что ты видишь? Полдень кореглазый, где знакомый шлях песками занесен, где бедою каждый крик заряжен, где скулит душа вчерашних жен. Что ты скажешь? Голос прозорливый, для кого вещать в истерзанные дни? Только пенится кроваво ивы, где рассветы радостью видны». Всем огромное спасибо за прекрасный, великолепный старт в нашем проекте. И до встречи. Мы будем вас информировать, будем показывать работу в студии. Обязательно покажем, как Владимир Распутин работает над книгой. То есть все покажем, ничего не утаим. Peace.